И в жизнь играть как в игру. Есть цель. Соответственно, есть игра. Нет цели, есть уныние. Игра возникает, когда есть цель. То есть, например, у тебя есть цель. Так, ну какой пример будет? Нет примера. То есть есть цель, это как вот свет какой-то, световое такое, вспышка. Вот это цель. И когда вот эта вспышка загорается в пространстве, сразу начинается игра, движение к этой вспышке. И узор самого движения, он может быть разный. То есть это тоже движение вот по этим волнам мандалы. И там такая вот игра, и пути разные, как ты идешь к этой вспышке. То есть если нет этой вспышки, да, цели какой-то, то и нет игры самой. Одно рождает другое. Поэтому надо определиться, куда, чего ты хочешь, да, куда ты идешь, какая цель. И вот эти вот разные цели, разные вспышки, они еще между собой там могут как-то соединяться. Главное, чтобы они друг другу не противоречили. И не противоречили, что самое главное, душе. То есть, если эта цель, как вот вспышка, она против. Да и Отсюда не может вопрос. такого быть. Все мои вспышки уже, ну как бы, Значит, реализовались. нет. Значит, не те цели просто. Значит, они не по пути. Игра. Вот эти цели, как вспышки, да, и ты к ним идешь, вот это как квест. Игра такая, да, тебе надо достичь этой цели, и ты вот играешься по пути. Это делаешь, то делаешь там для достижения этой цели, что-то там делаешь, какой-то квест проходишь. Вот как играют люди в квест, да, задания какие-то выполняют на пути, вот так же.